Траквелл, штат Мэриленд, театр Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. На выносе, назовем так, front of house, как они говорят, висят маки, Мартин Мак Вайпер, какой точно не помню, но ложи темные, не видно, но там тоже по одному маку и эти сишные профильники. На выносе тоже обычные профильники, увы, сейчас темно, не видно, но поверьте мне, там одни только профильники. На софитах вообще все довольно просто и эффективно. Три софита, назовем их линии, три линии Mac Aura и разношерстные тоже всякие профильники, парики и какие-то еще ламповые приборы, френели какие-то древние. То есть, ну, это все монтируется, размонтируется. То есть, более-менее стационарно здесь висят мартины. Просил включить Mac Aura, профильники, вот один прям в лоб светит. Там профильники. Ну, как видите, вообще ничего необычного. Все вполне прозаично. Вот я подфокусировал. ETC панели. Работают сейчас Mac Aura. 4 на третьем софите, 4 на втором. Просто не видно из-за падуги. Вот. Раз, два, три, четыре. И два на первом. Еще раз показываю рабочее место местного художника по свету. Пульты ETC Ion XE. Два монитора. По-моему, они... Да, они тачскрин. Мышка и клава. Все. Ну и тейп. Это не мой. Это я здесь лежала. И покажу вам, как у них выглядит планировочка. Вполне себе скромненько и понятненько. Никакого тебя автокада, никакого визивига. Это типа у них клетка. Вот здесь у них хранятся кабели. Ну и там у них, видимо, офис. Я не буду заходить, чтобы не смущать людей. Тут у них расписание работы. Тоже какие-то приборчики, какие-то краткофокусные профильники, парики. Но, то есть вот такой контраст современного оборудования, современного пульта и старых осветительных приборов. Тоже здесь они, видимо, фильтрики где-то режут, наверное, на этом столе. Компьютер. Все как положено. Это микрофонные дела идут, звуковые. Вот такая вот у них клеточка, прям возле сцены. Все чистенько, все оборудовано, все ярко освещено. Hey, Eliza, it's gonna come in. Look, show your friends in Russia Theater. Matt, heads up. Coming in. Hello, Russian technicians. This is Joe, and this is Matt. We're at the F. Scott Fitzgerald Theater in Rockville. We just completed a Russian show with our friend here, Iggy, and he loved it. He loved our lights. We got a bunch of new moving lights, so he's one of the first Russian technicians to play with our new ETC Ion XE console, which he loves. He's got the ETC shirt on. We bought a console. We didn't even get the shirt. He probably stole his shirt. Anyhow, hope you guys make it over to America. If you do, come visit us at the F. Scott. He's got our name and our number, okay? Matt, you want to say anything? No, it's been a pleasure. Yep, we love the Russian guys. So we'll hope to see you soon on the next XEM tour. Bye-bye, guys. Bye. Enjoy.